Школьники города продолжают защиту проектов в рамках партисипаторного бюджетирования. Это своеобразный механизм, позволяющий наглядно показать, как расходуются бюджетные деньги. Накануне о своих идеях рассказали учащиеся первой школы. Школьное бюджетирование дает возможность ученикам принять активное участие в выдвижении собственных идей по развитию школы. Накануне о своих мечтах, задумках и планах рассказали учащиеся 7-11 классов школы номер 1. Именно они знают, как сделать школьную жизнь еще насыщеннее и интересней. Ведь благодаря такому современному гаджету, как очки дополненной реальности, можно разнообразить любой урок. Ребенок будет погружаться в виртуальную среду и может находиться в любой точке мира, также сидеть в классе и заниматься уроками, слушать лекции. Как школьникам самим распорядиться бюджетом на оформление зоны отдыха в рекреации школы или создание школьной гримерной? Очень просто. Нужно написать проект и достойно его защитить, рассказав обо всех плюсах своей идеи. Мы выступаем с проектом «За кулиси». Его цель заключается в том, чтобы мы смогли, так сказать, сделать более комфортную гримерку в нашей школе, потому что у нас выступает очень много людей, окружные гости, гости города. Также у нас проходит очень много мероприятий, и мы хотим, чтобы наша гримерка в школе стала намного удобнее и функциональнее. Школьное бюджетирование учит правильно распределять выделенные средства, тем самым воспитывая у подростков ответственность за принятое решение и стремление сделать родной край и свою школу лучше. Каждый проект очень интересен, а главное, важен детям. После защиты всех проектов путем голосования 17 декабря выберут лучшие, которые будут реализованы в 2020 году. Кристина Мякуш, Григорий Волков, программа «Время местное».